18, так что он повторил свой личный рекорд. Вот. И вот судя по этому прыжку, я думаю, что он 2.20 должен взять. Старт забега на 5000 метров. Обратите внимание на европейский рекорд юниоров. 13 минут 27 секунд. Очень высокий результат. Ну, российская команда не выставила участника в этом забеге, в этом виде. Возможно, справедливо, наши юниоры пока далеки от лучших достижений в этом виде. Украинец Гончаренко, голландец Ван Нуен. А вот такой замечательный. Обратить надо обязательно на испанца, Босси. Вот Возняк, с форм, или Вошняк, с формой, как у России. Ну, можно сказать, что в нашей майке побежит. Британец Дэвис. Вот нам показали турка Али Кайя. Я не уверен, что он турок. Внешне он на турка совсем не похож. Вот. Замечательно, Акименко, который прыгает 2.18 третьей попытки. Вот, турок рванул. Ну, у турка личный рекорд почти на минуту лучше, чем у всех. Он претендент на европейский рекорд. Личный рекорд 13.31.39. Никто из остальных бегунов не бежал никогда в жизни 14 минут. И даже 14 с маленькой тоже никто не бежал. Следующий личный рекорд был совсем невысокий. Он дважды уже побил свой личный рекорд. Сначала он повторил 2.16, потом прыгнул 2.18 и 2.20. Все с первой попытки. Вот так надо готовиться к соревнованиям. Главные соревнования сезона должны стать пиком формы. И спортсмен должен показывать, ну, все, ради чего он тренировался последний год. Но проблема в том, что подводка спортсмена к соревнованиям – вещь очень непростая. Как регулировать парень, пока идет на серебряную медаль? Обратите внимание, из четырех идущих лидеров прыгунов в высоту, вот прыгавший сейчас Адам Геринцер и лидер соревнований Тобиаш Потти установили свои личные рекорды, а Скобейко и Акименко их повторили, что только подтверждает правило. Никто из остальных участников личных рекордов не установил. Все правильно. Те, кто готов установить личный рекорд, тот и готов бороться за медаль. Хотя уровень личных рекордов у большинства участников был близкий. Ну, натурализованный турок, внешне больше похожий на эфиопа или кенийца. Мне трудно различить национальность этих народов. Бежит и 2.16 взял с третьей, и 2.18 взял с третьей. Так что, в общем-то, у него аж 5 неудачных попыток. У Андрея Скобейки всего 4 неудачных попытки. И оба преодолели 2.18 с третьей попытки. Видите, вот какое ничтожное преимущество дает медаль. То есть 2.18 оба с третьей. 2.16 Скобейко взял с первой, а Акименко взял с третьей попытки. Но это не имеет значения. Согласно правилам соревнования, при том, что если высота взята
с одной и той же попытки, то считаются все суммы неудачных попыток. И у кого сумма неудачных попыток на всех высотах меньше, тот получает более высокое положение. И, соответственно, медаль из более ценного металла. Ну, типичная такая африканская манера бега. И мы видим, что, так сказать, его преимущество вот этого самого Кая. Ну, на голову он сильнее. Европейский рекорд 13 минут 27 секунд принадлежит Стиву Бинсу. Установлен был в 1979 году. 24 года отстоял рекорд. Ну, почти. Он был установлен 14 сентября 1979 года, то есть 23 года и 10 месяцев рекорд отстоял. И, надо сказать, в то же время, 18 августа того же 79 года, тот же Стив Биннис из Великобритании в Быдгоще пробежал за 13.44, установив высшее достижение чемпионатов Европы среди юниоров. Ну что же, вот глядя на бег африканца под турецким флагом, можно сказать, что рекорд чемпионатов он, наверное, побьет. А вот рекорд Европы пока не ясно. Сейчас нам дадут отметку 4000 метров, и тогда можно будет сказать, каковы его шансы. Али Кая. Что еще можно сказать о африканских спортсменах, выступающих за Турцию? Поскольку в мусульманской религии, а видите, у него, так сказать, полумесяц, это символ Турции государственной, это страны мусульманские, как и многие африканские страны. А при перемене гражданства чаще всего меняется и имя, и фамилия. Поэтому узнать, как его звали раньше и какие результаты он имел, когда бегал за какую-то из африканских стран, не так и просто. Это требует, ну, скажем так, специального небольшого расследования. Ну, поскольку он переехал в Турцию в очень молодом возрасте, спортсмену всего только, как вы понимаете, 19 лет в апреле исполнилось, то разыскать его не так-то просто. Показывал ли он раньше высокие результаты, проживая в Африке, или он уже переехал в Турцию, его родители переехали, может быть. Но это не столь важно. Важно, что он сегодня сильнейший в Европе. 12.46. Ну, в общем, мой прогноз, наверное, оправдается. Он пробежит дистанцию в районе 13.43, вот рекорд с чемпионата 13.44.37, наверное, 13.43 он пробежит, на секунду-две сможет побить рекорд Европы. Ну, если, конечно, ему тяжело не станет, если он будет финишировать, потому что для того, чтобы побить рекорд Европы, надо бежать 57 секунд. Но молодец, он прибавляет, явно хочет побить достижение чемпионатов. Ну, а рекорд Европы будет стоять дальше. Простоял 24 года и еще постоит сколько-то, не знаю. Хотя этот парень, да, этот парень, может, в конце сезона попытается сбросить еще 18 секунд. Нет, все. Финиш не столь быстро. 13.49. На 5 секунд хуже рекордов чемпионата. Ну, в его победе никто не сомневался. Вот спортсмены сейчас, британцы, будут бороться за
серебро, если оператор опять не хитрит. Нет, видимо, все-таки это бегуны, которые бегут на втором, третьем и четвертом местах. Одного британца уже обходит итальянец. Ну что, британец или итальянец? Вот это достаточно интересно. Дэвис или Дини? Итальянец в родных стенах находит последние силы на быстрый финиш. Поразительно. 50 секунд проигрывает серебряная медаль. Али Кайя, победитель в беге на 5000 метров. И вот мы не можем не отметить, что турки все ближе и ближе приближаются.